Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Hunger Games на сервере Hypixel вместе с Докером. А, всем привет. Так, ну, не Докером, у него сейчас другой ник, так, сейчас я что-то запутался тут. Ну, у меня теперь ник Вайт, думаю. Ух ты, меня так, уже... Так, все, я ухожу. Давай, вот давай, давай, побежали сюда, в эту сторону. Ты за мной? Меня... Да... Да-да, с тобой, вот ты задел этого. А, нет, подожди, ты где вообще? Я думал, я за тобой бегу. Ты вообще не в ту сторону, наверное, побежал. Иди к спауну. Я там. Я возле спауна, короче. Во-во-во, давай-давай-давай. Я думал, ты в другую сторону побежал, ну ладно. Да вроде мы в одну сторону бежали, а потом... Ладно, давай, то сейчас там уже, наверное, все облутали. А, бежим. Я вообще бомжик, у меня только еда, куча еды. А у меня только палки и топор. Ну на топор. О, нормально. Ну, господи, это я опять все. На топор. Хотя бы будет. Да. Пошли сюда. Эй, что там? А, вот сундук, смотри. Ты где? А, тут Бронька, вот он, я тут, а. Где? Сам-то ты где? Вон вниз спускайся, вон, вижу по нику. Там один человек, кстати, внизу. Где? Я тебя вообще не вижу. Вот он ты. А, слез. Ты... Вон, смотри, пошли гасить. Давай, поезжай. Я аккуратно как-нибудь спущусь, я не хочу жизни терять. Вон он, забирайся к нему на башню. Эй, он стреляется, охренел. Да все, ему тут жопа. Все. Что у тебя есть такого там? Да, в принципе, ничего. Сейчас. Шлем кожаный. Ну, в принципе, тебе нужно, так как тебя у нет. У меня золотая бронька есть. А, есть? Тебе нужен нагрудник? А, нет, не нужен. О, нормально. У тебя есть шлемак и поножи? Нет. Шлемак, да. О, вот это даже лучше. Так, сейчас тут облутаем вот эти все сундуки. О, каменный меч, отлично. Ну, норм. Тогда вот тут еще пройдемся по домикам. Ну давай, наверное. Так, тут уже болтали. А верстак? Тебе нужен верстак? Мне нет. Да, мне нужен, я хлебушка сделаю. Кстати, хочешь пшеницу потоптать? Я знаю. Пшеницу го потопчем, может. А, ладно, нам, в принципе, эта еда не нужна. Нет. Или. Ну, иди потопчи, а я пока пошел туда. На корабле там сундук вроде есть, и там сундук за ним. В принципе, лучше держаться вместе, но... Да ладно. Сейчас. А, нагрудник, ладно. Ой-ой-ой, слушай, там игрок. Там даже два их, а я валю. Это, наверное, команда. Я там, я видел, там договаривались сначала в команду. Там мне как-то попробовано, давай я, вот смотри, я возле арбузов. Вон ты... Да. Я тоже. Вон, смотри, вон там они сундук лутали. Где? Лук. А, слушай, у тебя есть лук? Не, нет. А как с этого чувака же выпасть должен? А, не, есть. На. У меня просто две стрелы есть. Ну, если что, пуляй. Ну, конечно. Вот, смотри, вот давай и тут, короче, всего. А вон вообще мостик. Пошли через мост перейдем. Так, мне бы по ножи нужны. Мне тоже, у меня вообще нет. У меня только нагрудник есть. Ну, больше тебе тут вообще ничего не пригодится, что мне нужно, что у меня. Так, этот сундук облутанный уже. А, не знаю, пошли назад, они, по-моему, не лутали вот этот сундук. О, курочка. О, топорик. Ух ты, тут сдох он. Кто? Да-да-да. Тут он сдох. Ха, и вообще. Так, подожди, я сундучок. Давай побежали сюда, в эту подожди, сторону. Подожди, тебе нужен, там, не знаю, нагрудник, шлем золотой. Давай. Мне нагрудник, да, нужен. Нагрудник крашен его. Все, что. Вся броня, которая с него выпала там. Так, сейчас я выкину хлам. Удочка, мне зачем удочка? Так, давай-ка. О, вот еще сундук. Пшеница. Там уже нету ничего. Давай побежали сюда. Тогда... Подожди, я сейчас потопчу. Чуть-чуть хлебушка надо, а то у меня покушать надо. Я. Так. Так, потопчем. Я сюда в дом иду. Большой. Угу.
Ну ты далеко от меня не уходи. Ага. Я не знаю, где ты. Ну в доме. Так-то их тут много. Ты где вообще? Вот ты ту арку прошел большую. Нет, я вот в нее захожу как раз сейчас. Ну давай. Вон он, вот он. Я вижу там где-то в правой стороне, там уже месяца. Так, давай, пошли. Да, там вон. Уже. Вон. В атаку. Такой свалил сразу. Такой, знаешь, бежит. О, стой, у меня лук, у меня 26 стрел откуда-то, я не знаю. Нормально. Ну, наверное, то из того поднял. Подожди, мне надо похавать. Стой, да ладно, просим. Знаешь, такой бежит, потом видит сзади. Видит второго игрока и тут валит. Так, ладно, ну-ка, что у меня, сука, популяться удастся в него? Пойдем туда. Я знаю, куда ты туда убежал, вперед. Ну, я тоже его видел тогда. Вон, под мостом. Вон. Под мостом? Ага. Я в кого-то попал, сука. Тише. Отлично. Ой, блин, все у меня. Ну, блин. На, вот, что тебе тут? Отдача, добыча, шлем. На, иди сюда. О, этот, у меня есть каменный меч. А, ну, вот. В принципе, я тебе тоже выкинул. Так. Ботинки тебе не нужны, что-нибудь там, вон, они эти. Золотые. Ой, блин, я штанички выкинул. О, у меня теперь полный сет. Так, сейчас я выкидываю компас и 5 компасов. Фига, он перегасил всех. Так, босоножки, шлемаки, не надо. Мне по ножи нужны. А по ножу у меня только одни. О, рыбу, кстати, жарить тут можно же. Ладно, пошли туда вверх. Подожди. Ты верстака тут нигде не видишь? Да нет. Пошли на спаун. Не, подожди. Здесь где-то в домиках вообще печки должны быть. Да, вот печка. О, как раз. Сейчас рыбки пожарим. Да, там уже ничего нет. Рыбки, вон, сходи в соседний домик, там должно быть вроде в печке. На, пережарь курицу. Стой. На. Либо вот этот стейк пожарь. На, вот стейк лучше. А я пока рыбой тут займусь. Ты так немножко по сторонам смотри. А я что делаю? Фиг его знает, как всегда какая-то крыса забежит. Да тут вообще ничего нету, ни печки, ни сундука. Слушай, откуда у меня 54 стрелы-то? Не знаю. У тебя лук есть? Нет, я же... А, у меня 27 стрел, ну лук я тебе дал. Стрелы мне как-то не нужны, лучше тебе лук найдем тогда. Попробуем. Стрел у меня куча, и я их почти не использую. Да что ж ты... Дурацкая рыба, так и жарится долго. Так потом иди сюда, в дом, напротив. Угу. Вроде никого нету, так. Ну, вроде жратвы у меня есть. Так, все, я тут в домике. Давай, иди сюда. Я тут жарю курицу. Так. У меня 27 стейков. Ну, не стейков, а мяса. Ну, это нормально, я пока посмотрю. Мы, в принципе, пока что развились нормально, но нам нужна еда. Так, у меня еще вот, смотри, гнилая плоть, это так, на крайний случай, яблочки у меня есть. Топор нафиг не нужен, вот это вот в печку сгорит. Мне вообще какую-то броньку нужно, мне вообще нету почти что. Так я же выкинул золотые, по-моему, нагрудники, вон там вот. Нет, не было золотых нагрудников, были шлемаки золотые. Нет, я полностью сет одет, но могу тебе штанишки дать. Давай, вот у меня вообще нет. Просто так. У тебя этот кожаный нагрудник. Ну да, спасибо. Так, ну нормально сейчас. Да, слушай, стейков немножко, я тебе рыбки дам. Ну на, у меня пока что 3 стейка. Обмен. 3 на 3. Так, в принципе, у меня еды уже хватит, можно сказать, полностью. Здесь верстака нет, да? Блин. Ух, я случайно поднял. Так. Да, наоборот, нормально, может, поднимаешь. Все, вроде бы еды. Ну сейчас дождемся, пока вот это все дожарится. Да не, даже ты гонишь. У меня столько еды есть, пошли. Ну да, у меня столько же. Так, 4 курицы я, наверное, выкину, она нафиг не нужна, еды много. Вот. Так. А где тут наверх можно подняться нормально? Не знаю, но у меня первый уровень, так что я могу зачарить на остроту. Ну, меч. У меня тоже первый, но у меня есть там пару баночек, еще опыта. Ну, ты их на себя скинь. Ну да. Так, идем тогда. Тут вообще да. Подняться нельзя. Почему? Вроде можно. Как? А, ты... Так. Вот, блин.
Слушай, а я смотри, если я буду сходить за докера, который на Пиксельмоне, там же сохранились покемоны, интересно, или нет? В смысле? Или но покемон там же сохранились на докере, да, на аккаунте? Я же теперь переустановил все. Ну да, думаю. А в принципе сохранилась твоя как бы сохранялка и все. Если ты поменяешь имя, я поменяю название сохранялки и будут такие покемоны, как у тебя были. Как-то так. Ладно, пошли. Я не знаю, где тут спаун вообще. Где-то вот тут должен быть. Да я забираюсь наверх, смотрю просто. Вот. Ой. Чё было это? О, блин, он нашел звезду. Вот, блин, везет. Звезда очень полезная, кстати, я узнал. Ну да. Там всякие прибамбасы. В принципе, с ее помощью и выиграть намного легче. Можно вообще невидимкой, кстати, все. Где-то. А, ну вот, вот этот туннель, который ведет к спауну. Mm-hmm. Только да как. Вот сейчас. Как туда забраться? Смотри, ой, ладно. Не учись пока что. Вот сейчас, смотри и учись. Да. Сейчас я. Вот, блин, ты как там оказался, а? Уи! Так. Не. Так. Тут... Ой, здесь лава. Круто! А я тут смотри, я уже где-то вон он. Ну смотри. Куда ты опять убежал? Вон я наверху. А, так. Я вон через лаву прыгал на обсидиан вот сюда. Вот, да, вот сюда. И как-то вот отсюда. Да, вот отсюда. Стой, назад. Нет, назад я прыгал. Вон. О, господи, что ты делаешь, а? Пик его знает. Я куда-то лезу, не знаю куда. Да, в принципе, мы уже даже на спаун не попадем, так как... Я чуть в лаве не утонул. А, ну классно. Угу. Спаун-то под нами, а не над нами. А пофиг. Уи! Так. Так, куда? Эй, а чё это... Я думал, это из листвы сделано, это из лавы. Так, тут смотри, не упади в лаву. Давай, наверное, спускаться. Вот, смотри, я вот сюда спускаюсь. Что за... Так, иди сюда. Мне почему-то это щелканье задолбал. Ты, да, иди сюда. Сзади я. Что-то я нифига не понимаю. О, во, нашел вход. Да, я вижу все. Че ты, блин, себя калечишь, а? Я спустился, не потерял ни одной сердечки, а ты. Ну давай, пошли. Так, так, жди. Давай, наверное, ты почеришь сначала. Пошли. Ты за мной? Да. Да, за тобой я. Так, ты тут. А, сундуки, слушай, сундуки резнулись, можно сейчас опять их облутать, попробовать. Ну ты чари. О, шлемак кольчужный. Нет, тут фигня. Все нормально, давай чари, я пока охраняю. Там вон штаны валяются. О, я подберу себе. О, штанишки, да. Ладно. О, стрелы. Ладно, полутай пока сундуки, я почарюсь. Я не знаю, на что зачарю. О, острота один, повезло. Хорошо, что хоть не на добычу один. Что интересного нашел, а? А тут, в принципе, ничего нету. Я у тебя должен... нагрудника нету какого-то? О, каменный меч, слушай, тут. Он не нужен. Да, его забрать лучше, чтобы другие не собрали. Ну да. Босоножки. Ладно, соберу и босоножки тоже. Я Плюшкин. У тебя нету какого-то нагрудника? Хотя бы... А, нет, нагрудников нету. Вот, нагрудник есть кожаный. И ботиночки на удачу 6. Так, ты зачарил уже? Да, все. У меня даже 3 каменных меча. Так, я сейчас так поменяю. Ну, чё, стоим на спауне? Ну, я думал пойти кого-нибудь поубивать, что ли. Ну, если найдем, конечно, не тут попасть. Пошли вон туда. Куда? Не, пошли в эту сторону, наверное. Ну, я только за тобой хожу вообще. Давай, пошли сюда. Мне без разницы, куда пойти. Да я думаю, они где-то попрятались там. Каких найдешь даже. Ну и ладно. Ой-ой-ой, я упал. Ну здорово. Я думаю, на спауне думаю подождать. Так как, ну фиг мы их найдем. Ну хотя бы просто пошариться. Ну пошли тогда в ту сторону. Ладно. Ты куда ушел? А, ты вон. А ты себе какой скин поставил, кстати? Я знаю. Ты его нашел, что ли, или он у тебя такой был? В смысле? У тебя скин такой и был? О, блин! Так, ты меня не заговаривай, а то... Не знаю, я просто мимо ушел, прошел, папа, перепрыгнул.
Ты как-то... Ты не мастер паркура. А, ну да. Ты не паркур. Так. Ну, я, в принципе, никого не вижу. Вон, посмотри, я мостик прикольный вижу. Я хочу на него. Я там ни разу не был. Да мы отсюда возвращались, я так думаю. Но мостик, смотри, какой там мостик, а. Ну, пошли глянем. Что тебе стоит, а? Сейчас я такую курицу убью. Она меня почему-то раздражает. Все. Еще одна тоже. Ты что делаешь? Кто у нас пуляется, Ух ты. Что, офигела, а? Да нет, я в тебя даже не попал. Я понял, что ты меня не попал. Чё, опыт. Слушай, я еще нашел способ, как опыт добывать. Берешь просто мобов, убиваешь там куриц каких-нибудь. Ну, да. О, что тут написано. О, давай мы туда спустимся. Не-не-не-не-не, думаю, не нужно. А, да там спускаться не надо, это какой-то гроб. Там рыба валялась. Идем сюда, на этот мост большой. Ну, естественно. Так. А я тебя куда звал? Ну я думал на тот маленький. О, тут лук. Тебе не нужен лук? Не, у меня есть уже. Canadian bow какой-то. Чем он отличается? Арчер. А, арчер это, наверное, класс был. А Canadian bow это такой лук. Да ты... Ты какая... О, 4 на 4. Ты издеваешься, хватит меня пуляться. Ну да. Так, дезматч, 4 минуты. Где они вообще все попрятались, я не понимаю. А что тут вообще в этом будет? Я попал, ей отомстил. Все, стой, я тебя просто отомстил. Я тебе сейчас без ПВП тут прямо делаю. Да стой, не дей, не... Все, хорош. Все, не бей. Так. О, тут верстак. Так, я сейчас еще. О, да, верстак, кстати, хлебушек сделаю. У меня 19 хлеба. У меня 5, у меня 6 камушек хлеба. И одна пшеничка, ладно, я ее выкину. Нет, тут ничего нету. Все равно Эдисона не надо приручать. Пшеничка, я думаю, он и так прирученный. А, ну да, да, да. Так, и спускаемся. Стой, я сундук тут заметил, сейчас через решетку вот этот. А. Клона же. Тебе не нужны? Мне нет. А, нет, стой. Ты меня чуть не скинул, слышь. Ну. Я себе поцелее возьму. Так, ща. Ну что ты так? Я ж тебя не бил. Почему по тебе искорки тупо пролетают? Я по тебе 3 раза ударил по тебе искры. Ладно, это такая броня. Идем сюда, прыгаем в воду. Если... Подожди, меня сила лагов держит. Я не могу отойти. Я не могу преодолеть барьер лагов. Так. Ну что? Пустите меня. Все, наконец-то. Прыгаем сюда, вниз. Там вроде вода, не знаю. Стой, сюда, спустись на одну ступеньку и все. Туда вниз, самый низ. Ну, а ты спустись сначала сюда, чтобы попасть нормально, а то я не знаю как. Пошел. Сволота. Я эти там поджидал. Все, не бей. А где ты вообще? Тут. А, все, да. Вот я сырую рыбину съем. Они вроде в команде, я так думаю. Ну, мне как-то пофиг. Все равно мы сейчас делаем, да, делаем. Вообще долгая серия, так как, не знаю, они где-то попрятались, фиг их найдешь. Ну это же лучше, наоборот, долгие серии все любят. Давай пошли на спаун, я так думаю, может они уже там, или не знаю. Лол, I see you hiding there. Что? Лол, я вижу тебя, что-то hidden. Я вижу, лол, я, короче, тебя вижу здесь где-то. Я думаю, это он не нам, так как написал, что спрятанный там кто-то. Он написал, что он типа вооружен луком, что ли. Что за магия какая-то? Ты где? Тут и я сзади. Ну, стой ты. Давай, идем на спаун. А кто там звезду поднял, не помнишь? Эго. Да. Или Эро, кто он? Ты что меня бьешь? Я не бил. Вот дезматч, 1 минута. Идем сюда. Так, покушай перед дезматчем. Все, я покушал, я как всегда покушал. Это. О! Что за хрень, а? Я слышал, где-то он был. Не, курица, умри. Я вообще какие-то салюты слышал. Ну вот это и есть, это. Ух ты, я корабль этот первый раз вижу. Слушай, смотри. Как так? Я пошел на него, я первый раз его вижу. Я первый раз на такой карте играю, что ли. Да нет, мы уже тут не знаю, сколько раз играли.
Играли там хоть сколько тут, но корабля я ни разу не видел. И я на корабль хочу. Вот. Слушай, я опять салют слушаю. Вон, я вижу игрока. Где? Вон там вот, впереди, вон. Вон там, короче. Ну сейчас, надо подняться мне, блин. Вот, спускайся ко мне, спускайся, быстрее. Я вижу его. Давай, вон он, с лесенки. Вон, да, видишь его? Все на уже, мне уже надо с матча. Так, первого бей, не знаю, кого. А Терро, Терро, вот этого Долли, у него звезда. Нет, вот, нет, этого Фури бей, у него каменный меч. Его, сразу бей. Начинаем, давай. Спасибо, не убивай меня только. Все, меня убили. Ну, здорово. Как? Не знаю. Но меня убил он, и плюс ты немножко ударчиков, и тут все, короче. Молодец. Отлично. Ты выиграл? Да. Я не знаю, они в команде были или нет. Нет, они не в команде, походу, были, потому что этот отдельно ходил, я его прям видел, он там был. Я в третьем лобби, как всегда. Ну, отлично, мы тогда выиграли Hunger Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши команды, на наши каналы. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Всем пока.